решили подготовить небольшой сюрприз для любителей развлекательного контента и подумали, раз уж мы снимаем «Фактор», снимая «Фактор Бай», полгода, наверное, живем на съемочной площадке, то почему бы нам параллельно не снять еще один проект? В результате сразу после выхода в эфир, после окончания эфира «Фактор Бай», он закончится в январе, значит, ну, примерно февраль-март, может быть, в апреле-май начнется показ еще одного большого шоу, как мы надеемся, будет он сниматься параллельно, будет оно сниматься параллельно с «Фактор Бай», оно будет, шоу будет называться «Фактор Бай 60+.» Мы прямо сегодня объявляем кастинг, мы посмотрели, что очень много людей в возрасте талантливых приходят к нам на кастинги, и они достойны внимания, достойны того, чтобы выступить в эфире, поэтому мы объявляем набор претендентов, и в течение полутора месяцев мы будем показывать это шоу. В результате, как и в молодежном «Фактор Бай», мы выявим самого сильнейшего певца, но в возрасте 60+. Так, на кастинге вот сейчас? То есть сейчас приходить на кастинг на прослушивание? Нужно присылать заявки, мы скажем, когда нужно приходить. Все. Пока нужно присылать заявки. Первая часть этой информации, и, кстати, хочется отметить, что эксклюзивно она прозвучала в нашем эфире. Спасибо большое, что доверяете нам такое вот важное сообщение. Да, и мы обращаемся ко всем молодым людям. Помогите вашим родителям, если они у плиты, готовя вам завтрак или ужин, напивают. Постоянно что-то напивают. Заполните за них форму, пусть они придут к нам и поучаствуют в этом шоу.